Христианской футбольной лиги команда «Благодать», команда, которая становилась неоднократным призером КФЛ, значит, такое побеждать. Дим, пару слов, скажи, с какого года команда «Благодать» и вот сейчас какое поколение играет в этой команде? Ну, «Благодать» 2001 года, в этом году уже 15 лет исполнилось команде. Вот. Но новую историю «Благодати», я как бы знаю, с 2007-го. Поменялся сильно состав по сравнению с 2007 годом? Конечно. С этого состава практически никого не осталось. Остался с 2008-го, можно брать, это Леша Кирда, с 2009-го Богдан Римский, да, и все больше никого. Я понял. Дэн, вопрос тебе, скажи, пожалуйста, вот какое тебе сейчас вообще мнение о команде «Благодать»? Да, и вот как ты смотришь на ветеранов, которые еще бегают по полю. То есть можно сказать, что Леша бегает. Или ходит больше, как ты думаешь? Давно бегаю еще, конечно. Потихоньку набегаю. Ну а у тебя как вообще, как бы ты характеризовал команду «Благодать»? Дружный коллектив, пацаны нормальные. Старшие, младшие начинают нормально. А младшие старшие? Чуть-чуть начинаю. Уже начинает? Да, команде нет дедовщины, то такого. Да не, не, все нормально, все пацаны нормально. Хорошо, ну ты думаешь, вот стиль команды «Благодать», например, какой профессиональный клуб? «Благодать» и «Свойский». Ну, да, «Свойский», да. А какой же это стиль был? Очень хороший стиль. Когда соберутся. Ну смотрите, вы все-таки немножко играете лучше во втором тайме. Вот я хотел спросить, что причем связано, что второй тайм у вас лучше, мы по статистике смотрим. Я вам могу сказать, почему лучше. Да? Конечно. Просто не разминаются, первый тайм разминаются, а второй играют в футбол. То есть разминка не хватает, да? Хорошо, скажите, пожалуйста, вот самая сейчас, на данный момент, самая сильная линия команды «Благодать» — это какая? Ну, у нас... Андешутеровая полузащита. То есть полузащита — это идеал? Пашут вообще идеал, да. На самом деле, мы стараемся привести первую линию. Гармония, чтобы никак. Можно ли сказать, что команда «Благодать» — это команда стандартов? Нельзя. Нет, вот какие могут быть стандарты? У нас всегда поставили на контроле мяча. С ростом 1,20 м. Да, у нас, вот посмотрите, Синчишин, молодые ребята, все не очень высокого роста. Поэтому у нас так, в принципе, кто рослый, один. Ну, на самом деле, мы не так много стандартов забиваем. У нас проскакивает, но в основном... Мы стараемся закатывать, заводить носом. Если бы так не старались, может, если бы больше били, больше бы и забивали. А за счет чего Бабак стал вот бомбардиром в прошлом сезоне? То есть на него играла команда, или его индивидуально? Ну, и команда играла, и команда играла на него. Отскакивала удачно. Ну, такой футболист в стиле Филиппа Инзаги. Где-то от штанги, где-то от вратаря. Всегда был на чеку. Позиция голкипера, как у вас? Очень тяжелая позиция. Вроде бы думали в этом году, что как бы уже решили проблему с этой позицией, но опять начались какие-то качели. Вратарь через две игры на третью приезжает. Да, хорошо, что в команде есть такой универсальный футболист Андрей Серый, который может и в воротах отстоять, и атаку начать, в принципе. Иногда со своей половиной забить. Да. Да, и палка стреляет, и пенальти бьет. А кто у вас самый эмоциональный игрок на поле? Есть такое? Да ничем. Да не, в этом году, в прошлом году он немножко уже взрослее стал. Сейчас как-то ну, команда потише стала, чем А сам вот спокойно, что бы ни происходило, вот кто это человек? Я думаю, Богдан Римский. Он всегда как бы... Может и своих успокоить, и соперника, и... И завести. Леш, твоя супруга присутствует на матчах. Вот что она говорит после победы, а что говорит после поражения? Как это характеризует? Я думаю, сейчас ставлю это. За кадром? За кадром. Ну... Не, она когда выиграла, говорит, что команда хорошо сыграла. Ну, у нее больше претензий ко мне, не к команде. Потому что она выиграла или проиграла. Покушать ему дает вечером. Ну, не дает, наоборот. Есть команда «Благодать» есть? Один за всех, естественно, там «Благодать» как такового девиза нет. И раньше, насколько я помню, «Благодать» это было очень много жителей Винограда и Оболони. Сейчас осталось вот такое месторасположение. То есть как бы Винограда и Оболони составляет. Ну, если учитывать то, что у нас... Виноградная тёлка Передина, она живёт на ветерных Кто я уже
давно на троечке. Ладно, оттуда выходил. Ну а ты откуда? Я не. Ну я понимаю, ты сам. То есть команда в основном состоит из воспитанников смены, то есть, ну, поэтому фарку побывает. Ну и средний возраст команды какой сейчас? Сейчас, если самый младший 99-го года и самый старший, я думаю, даже не Кирдан, а у нас есть еще один ветеран, который может в трудную минуту приехать, поддержать. Это Черковский, да, 72-го года. Статистику тогда приспособил. Да, Черковский нам портит статистику все. Так вроде бы думаешь, серьезная команда взрослая. Ну 72 плюс 99 делим на 2. Я понял. Получаем. Лёшка, на вопрос к тебе. Будем завершать. Я вот на протяжении этого сезона очень много вот слышал положительных тебе отзывов. Даже не так, как знаем тебя по имени, по фамилии, но про тебя вот этот благодати. Да. Скажи, пожалуйста, хотел бы, наверное, пожелать, вот, чтобы ты внукам своим потребовал смотреть тебя. Вот что бы ты пожелал вообще бы вот команде благодать и молодому поколению? Чтобы пацаны играли в футбол, меньше травм было. Мы добили свои цели поставленные, которые мы себе ставим. Ну что, когда схотели, ты хочешь играть? Я? Да пока не вынес. То есть именно... Человек, который начал играть в футбол, он же играет всю жизнь. Может ходить, играть. Даже ходит, все равно играет. Ну тяжело бегать с этой скоростью или нет сейчас? Тяжело, потому что здесь, когда мы маленькие, у нас ножки не болят, травмы нет. Когда травмы дают с возрастом все свое. И он дает тяжело. Ну, дети быстрее начали бегать. Или я бегаю. Никакой твое тоже пожелание, заканчивай. Ну, что я могу пожелать? Чтобы любили футбол. Любили его так, как мы когда-то любили, а не так сейчас молодежь относится к футболу. Где-то еще какие-то. Да. Любили футбол, а не себя в футболе. Не искали какие-то шкурные варианты, а отдавались в первую очередь любимой игре. Спасибо большое. Пусть Бог благословит вас и побед побольше. Спасибо.